Всем здорова, с вами Black Sky. В этом ролике я куплю iPad за 10 тысяч рублей. А минуточку, iPad Pro 120 FPS, то есть, понимаете, 120 FPS iPad за 10 тысяч рублей. Точнее, даже за 9900, чтобы быть точным. Вот на такое объявление я наткнулся, и это просто какое-то чудо, что я наткнулся на это объявление. Я часто захожу в Авито, посмотрю там, полистаю айпадики, айфоны, там чисто почекать цены, ну или комплектующие на компьютер, и тут 30 минут назад было выставлено вот такое объявление. iPad Pro 10,5 дюймов, то есть 2017 года, на 256 гигабайт, с сим-картой за 9900. И было написано, пацаны, срочно продаю iPad, в комплекте есть только планшет и провод, все работает отлично. Кстати, спойлер, провод мне не дали. Вот, батарея держит, пишите, звоните через приложение. И в общем, я мигом собрался, позвал с собой Навитренера, и мы помчали покупать этот iPad. iPad уже почти 5 лет, он 120 FPS, посмотрим, проверим, тянет или не тянет. И конечно же, ребят, в конце я его разыграю, естественно, но обязательно. Я этого вам еще ни разу не говорил, но перед просмотром этого ролика обязательно заварите чайку, печенюшек, я не знаю, пельмешек, что-нибудь себе положите и приятного просмотра. Блин. Один балл, выбираем. Че, бро, тут есть встроенный софт на стендов, что думаешь? Думаю, да, да. Он же 17-го года, да? Конечно, есть такая царапина, типа, серии. И за свет есть. Ну, типа, понятно. Ну, типа, за 9 тысяч, я думаю, вообще имба. За 9 тысяч просто, ну. О, а что такое размыленность? Слышишь? Может, из-за герцовки? Может, ты, типа, привык к своему iPad? У тебя на твоем сколько герц? Не-не-не, погоди, я что-то вдруг. Замерз, походу. Чё? Вопрос к вам. Он сел. Он, короче, на холоде замерз, как я понял. Вы поняли, что произошло? Короче, мне продавец приносит этот iPad. Я такой начинаю смотреть, что-то листать там, ну, проверять сенсор, все дела. Смотрю, что-то какой-то 120 FPS странный, думаю. Это что, типа обман? Думаю, блин, походу ролик не выйдет. Раз, пару секунд, и он у меня вырубается. Типа, видели, да? Я ему отдаю iPad, и он такой... Я его спрашиваю, что это такое? Он говорит, вопрос к вам. Типа, как будто я его там что-то навертело, поломал. Че, Антох, что думаешь? Ну, 9К, братан. Ну, тут как бы вырубится телефон, поэтому... Не, ну, как бы за... Кстати, ну... Прикинь, сейчас продавец убежит от нас такой. Приехали мы за айпадом, 256 гигабайт. Давай, давай. Вернемся, когда он подойдет. Не, мы не вернемся, давай. Приехали. Приехали мы за айпадом, 256 гигабайт. Он замерз на холоде. Продавец ушел куда-то. Ладно. Ну, что, получается... Ждем, короче, вернемся к нам. Ну, в общем, оказалось, что он просто разрядился на морозе. Особенно на холоде, когда остается меньше 5%, он, типа, вырубается. Ну, ничего страшного. Продавец пошел за пауэрбанком, и мы продолжили проверку. Как проверяется? Берется вот так палец. Вот, понимаешь, да? Смотри. И вот так, короче... Так... И так, короче, по всей линии так проводишь. И что, по итогу? Еще и проверяешь, чтобы каждый сантиметр работал, понял? Ну, как, блин, как плавно, ё-моё. Ты что, больной? Ты это как придумал? Не, так это меня учили. Кто? Неважно, неважно кто. Ну что же, пацаны, айпадик все-таки наконец-таки при мне, ребят. Хоп-хоп, повертел и уронил так, и разбил. Нет, вот он, рабочий, хоп, Touch ID, ребят, рабочий. И... Погнали, наконец-таки в стендов проверим, сколько у меня будет FPS. После стендов мы проверим, типа, игры PUBG, я не знаю, там, может, какой-нибудь Genshin Impact. Попробуем его по максимуму нагрузить. А после чего я расскажу, как его получить, потому что я его, ребят, разыграю. Видите, 59 FPS. Мы идем в настройки, пацаны, идем в настройки. Ставим максималки. Ставим 120 FPS. Так, видно? И... Ты готовы? Бум! Все, пацаны, 120 FPS, рабочий, и плавность вообще дикая. Пацаны, есть еще вот он, опять же, этот iPad, вот так он выглядит, еще раз покажу вам, так сказать, чтобы вы полюбовались. С этой стороны, рамки такие, эти рамки, они тоньше, чем на iPad Pro. И это просто жесть, не просадок, ничего. Я уже на нем немножко поиграл, не заметил абсолютно никакой разницы с iPad Pro. То есть,
если оно там до 116, ну, пишется, то есть на iPad Pro, новым самым, да, то же самое абсолютно. То есть оно пишет 116, но хотя никаких просадок нет. Ну, или они есть, но их вообще никак не заметно. То есть, вот, пожалуйста, работает идеально 120 FPS. Блин, пацаны, я играю всего лишь минуту, и знаете, что я понял? Его намного приятнее держать, чем iPad Pro. Почему? Потому что тут скругленные вот эти грани с той стороны как раз, где держишь, ну, типа, где держишь iPad. Из-за этого вообще рука не устает. На iPad Pro, прям, ну, лично у меня все равно, типа, я, конечно, привык со временем, но у меня все равно натирает пальцы. Здесь такого нету. Пацаны, давайте измерим температуру iPad со стороны процессора. Так, короче, я прям сейчас, у меня есть вот такой вот градусник, знаете, ну, меряет везде температуру. Давайте прямо вот наведу лазером на центр. Сейчас, еще разок, на центр прям, да блин. Прям на центр, пацаны, навелся. 37,7 нагрел, температура, так видно? 37,7 температура. Пацаны, это 37,7, это просто он теплый. Он вот я вот сейчас трогаю, типа, он не горячий. Он, знаете, просто чуть-чуть теплее, чем мои руки. Учитывая то, что я играю полчаса. Думаю, да, за час, скорее всего, он начнет уже греться. Но, блин, этот iPad 2017 года. За 10 тысяч рублей. Даже, ну, за 9900, если быть точным. И я не знаю... Где вы найдете девайс, который будет тянуть так стендов за 10 тысяч рублей? С симкой на 256 гигабайт. Да, согласен, мне повезло, но если вы будете так смотреть объявления, как я, просто каждый день заходить, чекать на айпады, вы 100% поймаете тоже такой же офигенный лот. Короче, это жесть. Давайте попробуем потестить по-бырому другие игры. И на этом уже закончим. Я расскажу, как же все-таки выиграть этот айпад, потому что я его разыграю. Я не могу. Он настолько офигенный, что, блин. Его не стыдно отдавать просто подписчику. Просто не... Пацаны, так, давайте посмотрим по графике. Ультра нам не дает включить. Написано, что будет скоро доступен на вашем устройстве. То есть, типа, видимо, еще обновляется поддержка. Кстати, iOS на нем стоит, ну, самый новый. Но да не суть. Ультра, это, я так понимаю, это 60 или сколько? Есть 90 кадров, если экстремально 90. Если честно, поправьте меня в комментариях, я особо не шарю. Вот, экстремальный, давайте попробуем потестить. Так, кстати, я обрублю, короче, голосовой чат. Пацаны, смотрите, в общем-то, я запустился. Я не знаю, это... Сейчас пока не проседают, это либо стабильный 60, либо 90. Отличить достаточно тяжело, но не завидите. Вот, я буду так специально камерой водить, потому что, ну, пока что не проседает. Но мы и не приземлились пока что. Ну, это бот, скорее всего, да, это минус бот. Найс, я не знаю, короче, пацаны... Ой, найс, на тачке хасаним, ё-моё, бачком. Ну-ка, починочки, починочки. В общем-то, не знаю, пока что ничего не проседает. Это либо 60, либо 90. Во всяком случае, они стабильные. Меня устраивает. Я не знаю, очень комфортно играть. Ну, ничего такого прям сверхъестественного нет. Но греется вообще тренда, пацаны. Температура 38,9. Да, он греется очень сильно. Играет достаточно требовательно. И тут еще, ну... Ну, в принципе, я думаю, для PUBG тоже подойдет, раз стабильно. Ну, греется и как бы греется. Ну, сорямба, сделайте графику поменьше. Погнали, посмотрим еще какие-нибудь игры. Ну что ж, пацаны, прямо сейчас мы находимся в Genshin Impact. Я здесь поставлю максимальные абсолютно настройки. Самые максимальные настройки. 60 FPS, размытие вообще надо отключить, это говнище. И на этих максимальных настройках, поэтому, возможно, сейчас... Во! Не-не, прям, пацаны, подфриживает. Какие-нибудь жесткие всякие эффекты там... Да-да-да, прям подлагивает. В таких играх, где прям лютый какой-то графон, блин, где вообще все дикое, iPad не особо возит, все равно почему-то вот пролагивает. Хотя это максимальный графа, я думаю, на средней графе все будет нормально. Ну, а массовые игры, типа стендофа, там, не знаю, Brawl Stars, PUBG, все будет отлично. Ну, в таких играх, конечно, они требовательны, вот оно подфриживает. Ну что ж, пацаны, переходим к розыгрышу этого iPad Pro 2017 года на 256 гигабайт сим-картой. Этот iPad я разыгрываю, он отправится одному из вас. Все, что нужно будет для участия сделать, поставить лайк, подписаться на этот канал. И написать абсолютно любой комментарий. Итоги будут на 650 тысяч подписчиков. И мало того, что я просто разыграю, там отправлю почте. Нет, я приеду к подписчику лично и подарю ему iPad этот. Ну, типа, прям дам в руки. Если в России, я прилечу в любой город и отдам подписчику лично. Если из другой стороны, да, отправлю по почте. Поэтому, какие-то вот такие правила, вот такой вот iPad'ик. Сейчас главное вот так вот это, типа, не разбить. Поэтому участвуйте, чем черт не шутит. Вы, возможно, победите и будете играть в 120 FPS Stand of 2. Всем спасибо за просмотр. Такой имбовый ролик. Всем пока.